Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Каждый из нас встречает этот семейный праздник с надеждой на светлые перемены, на то, что Новый год будет чуть менее трудным. Независимо от возраста, каждый человек верит, что в Новом году желания непременно исполнятся, а наши близкие будут рядом с нами и будут здоровы. Незадолго до боя курантов мы традиционно подводим итоги уходящего года. Строим планы на будущее, мечтаем. 2021 год был крайне напряженным. Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно. Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки, не допустили взрывного подъема заболеваемости, ни кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье. Уходящий год еще раз доказал, что профессия медицинского работника – главная профессия на свете. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал, студенты медицинских вузов и колледжей – все сплотились в борьбе с пандемией, проявляя лучшие качества, постоянно совершенствуя и углубляя знания, чтобы спасать жизни. Болезни не знают, что такое праздники и выходные, поэтому многим медицинским работникам придется встретить Новый год на посту, спасая жизни и сохраняя здоровье наших сограждан. Кому-то из нас посчастливится под бой курантов помочь родиться новому человеку. У тех, кто избрал медицинскую специальность, нелегкая миссия, но очень благородная. Сохранению здоровья человека, а порой и спасению жизни – способствует безусловное доверие пациента своему врачу. Пациент, прислушивающийся к своему доктору, скорее сделает выбор в пользу здоровья, профилактики и вакцинации, в пользу безопасности себя и близких. Это доверие медицинские работники приобрели за прошедшие 2 года напряженной работы в пандемии. Доверие пациентов ни в коем случае нельзя растерять. Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья. Пусть 2022 год радостных и событий счастливых будет в нем больше. Счастья и благополучия вам и вашим близким.